В рамках празднования 30-летия независимости Республики Казахстан проводятся различные мероприятия, встречи. Совет ветеранов труда станции «Казахстан» систематически совершает визиты к работникам железной дороги, находящихся на заслуженном отдыхе. И в этот раз председатель Совета ветеранов работников станции «Казахстан» в сопровождении председателя городского совета ветеранов Великой Отечественной войны и тыла посетили Аксакалов. На сегодняшний день 57 работников станции «Казахстан» находятся на заслуженном отдыхе. Один из них – Алексей Илев, которого и посетила делегация. Алексей Петрович родился в 1948 году, тогда еще в населенном пункте станции «Казахстан». Окончил школу, отслужил в рядах вооруженных сил Советской армии, вернувшись в родной город, отработал 5 лет в школе, потом еще 5 лет на почте, а уже после устроился на железную дорогу. Дети, трое детей – 7 внуков, 1 правнук. Так что богатые мы. Рады, конечно, что не забывают нас. Вот пришли поздравить с праздником. Что мирно не было. Да, что у нас все спокойно, хорошо. Ну, что еще? Пожелаем. Пожелаем всем, чтобы вот это переболеть этой заразой, чтобы люди спокойно могли работать, отдыхать, общаться между собой. Да, вот, а то все нельзя теперь стало. Чё ж. Дочки у нас. Ну, думаем, это ненадолго. Немножко пройдет время, все привьемся, и вся эта пандемия уйдет. И будем по-прежнему также общаться, жить, радоваться жизни. 33 года Алексей Петрович Илев проработал на железной дороге, обучал ремеслу молодых специалистов, среди которых был и Амангильды Каирлиевич, ныне также пенсионер, председатель Совета ветеранов работников железной дороги. Под двери 30-летия независимости Казахстана, во-первых, поздравляю всех железнодорожников, ветеранов труда, пенсионеров. Желаю здоровья, счастья. Хочется отблагодарить акимат района. Все время внимание уделяет нашим железнодорожникам, пенсионерам. Советы, где что, помогут. Любое время, время выберут. Совместно идут поздравлять с нами. Я благодарна, что такие люди у нас есть. Большое спасибо им. Желаю здоровья, счастья. Гостей председателя Совета ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла города Аксай Рахымжана Ерманова и председателя Совета ветеранов труда станции «Казахстан» Амангильды Баймуханова Алексей Петрович встретил вместе с супругой. Гости пришли не с пустыми руками, цветами и памятными подарками. Хозяева рассказывали о своей жизни, работе, детях и внуках. Майя Амирова, Утепирген Карасай, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак».